Ура, Абаев, и хорошо. Ура, ура. Ура, если можно, что я сюда иду с вами, что мы больше будем голос. סרפרייז פארי. כל הכבוד. כן, דומות. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые. Я хочу сказать, что сегодня самый счастливый день в нашей семье. И я уверен, что и ваши тоже. Я очень счастлив, что сегодня мы сводим наши мысли, сводим вместе наших детей, сводим все то, что мы мечтали. Сегодня исторический день. Я, во-первых, хочу выразить благодарность дяде Давид Шимонов, который я. Я дяде Давид Шимонов знаю почти 47 лет. Благодаря моей истории, как дядя Давид сказал, что Миша Нарматов его ушел, а я его ученик тоже. Это был далекий 65-й год, когда они вместе работали, а я пацаном им помогал. Вот с того дня я дядя Давида знаю, 47 лет, по-моему. И эту семью хорошо знаю, не понаслышке. Вот. И я мечтал, это должно было быть не сегодня, а это должно было быть, это мероприятие быть еще 2 года назад. Вот. Как мы первый раз, благодаря моему брату Левному, Рафику Супову, Рафик Чай, он нас пригласил на концерт в Атлантик Сити, и мы, Робик, вот Тела, вот Аллочка и Юра, мы все вместе отдыхали. Это был концерт Аллы Пугачёвой. Аллу Пугачёву надо приглашать на свадьбу тогда. Алла Пугачёва. Стас Михайлов. Это 2 года тому назад. Я это хорошо помню, это было Алла Пугачёва. Вот. И там мы проводили шаббат. Шаббат, прошлый шаббат, все мы вместе отдыхали. И там Стелла и Раби говорит, вы знаете, что у Робика и Элочки есть прекрасная дочка. Я говорю, я буду молиться Богу, чтобы это было. Вот. Я говорю, давайте вы близкие с семьей Шимоновым, вы должны этому дать ход. Чем это маленькая история, я не буду занимать ваше время, просто я говорю, что с чего это все началось. Спасибо, вот. И я, Рафик говорит Робику, что вот так и так. Он учится на зубного врача, окончает. Вот. Она только окончила школу. И, в общем, она, Робик сказал Рафику, что мы еще об этом рано думать, но мы не хотим ее. Ладно, на этом мы больше, честно говоря, не стали. Мы с понятием относимся, потому что мы знаем, что это такое. Вот. И здесь приходит теперь второй концерт. Через 2 года Стас Михайлов. То же самое, как компания. Вот. И дай Бог здоровья, Юра, вот здесь пустая, Ульяна, моя тезка. Мы с народом вместе постоянно.
Вот. И мой сын окончил NYU, и на graduation был, ему нужен был выбрать себе хороший катер. Вот то, что вы видите на него сейчас. Вот это большая, вот это и главная причина, этот костюм. Он выбрал свой костюм, мне это не понравилось. Я говорю, сынок, я тебя отведу в одно место, если там тебе не понравится, ну, придем, это купим. И мы пришли, Юрий Устаев, я его привез. Он как-то померил этот костюм, и пришла Аллочка. Вот. И он, Юра мне говорит, дядя Юра, что, это ваш сын? Я говорю, да. А на кого он? Я говорю, он окончил вот на зубного врача. Вот. У него градуэйшн, ему нужен хороший костюм. Вот. И он этот костюм одел. А говорит, для него есть у меня хорошая девочка. Я долго. Там же досыла. Я говорю, я буду молить Богу, чтобы помог моему сыну выбрать хорошую девочку. Вот. Мой сын тоже окончил Изра Академию Ишиву. 10 лет, 12 лет он был в Ишиву. Вот. По всем правилам и все еврейские традиции он все знает, только не понаслышке он учился. И моя дочка тоже окончила Ишиву. Вот. Хочу сказать, что они, дети у меня кошерно вырастены. Мы для этого не жалели ничего. Ничего мы для этого не жалели. Поверьте мне, я и моя жена, мы сделали все, то, что мы могли. Мы дали образование, еще даем. Мы дали все. Он парень здоровый. Вот. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог, что исполнилось все его мечты. Мы готовы помочь, сколько у нас есть сил. Я не буду его хвалить. Человеки айоне, байон лахорлес выгнутся. Время докажет, кто он есть, что он есть. Я думаю, что ни Юру Устаева и Аллочку, ни нас, ни Робика с женой, вот, девочки, они не подведут. Вот. Мы надеемся на это. Вот. Потому что сегодня сплошь и рядом. Не дай Бог им, не дай Бог никому сидящим. Сплошь и рядом только слышишь. Только сошлись, завтра разошлись. Ужас. Вот. Даже уже одна пара, я слышал, что уже книги Гиннесса дошли. Ночью женились, утром разошлись. И дай Бог! Это среди наших барских. Я что хочу сказать напутствие моим молодым. У меня, слава Богу, 5 детей. 3 у меня благополучно устроено. 2 девочки у меня в Израиле. Сын вот здесь, фармацевт. Прекрасная у меня. Невеста Александра. Вот. У меня, слава Богу, 10 внуков, желаю всем. У меня все дети образованные почти. Вот. И я счастлив, я горд. Вот. Я желаю всем. А что хочу сказать молодым? Я извиняюсь, я, наверное, занял много вашего времени, но другой такой возможности, как сегодня, среди своих, я думаю, что не будет. Поэтому граф Нарматов сейчас сказал, мы очень часто посещали Шур Галхаимова, человек, мудрый человек. И вот он в одном из шуров говорит, что мать рождает двойняшек в одном